Приветствую вас на нашем мастер-классе. Предлагаем изготовить оригинальную закладку для книг своими руками. Для работы нам понадобится лист плотной бумаги, полиэтиленовый пакет на застежке, металлическая линейка, канцелярский нож, простой карандаш, линеры, набор готовых украшений, разноцветные блестки. Первым делом снимем размер с полиэтиленового пакета. Засыпаем в пакет блестки. Плотный лист бумаги складываем пополам и вырезаем заготовку размером 10 на 15 сантиметров. На одной из сторон заготовки вырезаем окошко чуть меньше, чем размер пакета. Закрепляем бумажный скотч по периметру вырезанного окошка и по периметру всей бумажной заготовки. Снимаем защитный слой со скотча и аккуратно фиксируем пакет с блестками. Закрепляем дополнительную полосу двухстороннего скотча. Снимаем защитный слой и аккуратно складываем нашу заготовку. Делаем на открытке любую понравившуюся надпись. Фиксируем на открытке дополнительные бумажные украшения. Дополняем закладку для книг декоративными штрихами и элементами.
Вот такой милый сувенир получился в результате нашего мастер-класса. Спасибо вам за внимание. Ждем вас на следующих наших мастер-классах. До свидания.